В преддверии празднования Дня защиты детей в карельских колониях прошла акция «Аудиокниги для детей осужденных». Оступившимся отцам предоставили уникальную возможность выбрать и прочитать под аудио или видеозапись любимое произведение из детской литературы. Озвученные сказки, стихи или песни будут переданы их детям. Привет, сыночек! Сказку тебе сегодня буду читать я. Картышки из цветочного города. Женечка, любимый сынок, здравствуй. Расскажу тебе несколько хороших, красивых, маленьких сказок. Произведения подбирались с учетом возраста детей и собраний библиотек при исправительных колониях. Выбор отцов пал на произведения Пушкина, Михалкова, русские народные и карельские сказки. После прочтения книг осужденные также записали пожелания и напутствия своим детям. Признались, что очень любят их, скучают и с нетерпением ждут с ними встречи. Мы очень надеемся, что дети смогут принять этот подарок, смогут внимательно и бережно отнестись к этому поживу сердца своих родителей и смогут откликнуться тоже и любовью, и прощением, и добрыми отношениями. Наказание отбывает не только сам осужденный, это испытание для всей семьи. Поэтому главная цель акции – поддержание контакта со своими близкими.